Со следующей недели сотрудники культурных учреждений выйдут на работу, но не для встречи со зрителями или посетителями. Они будут готовить новые материалы для портала «Культурный регион», чтобы белгородцам было что посмотреть на самоизоляции. Также будут вести онлайн-трансляции и репетировать, чтобы быть готовыми к открытию после снятия ограничений. Проводить репетиции с использованием всех, понятное дело, рекомендованных мер безопасности, мы начнем. Центр народного творчества наш готовит вообще там онлайн-марафон 17 апреля, где не просто в конкретное время вы можете посмотреть мастер-класс, а вот там с утра до вечера все мероприятия Центра народного творчества.